Приветствую на канале. Для начала разберем, что такое арбитраж криптовалюты. Арбитраж криптовалют дает возможность зарабатывать на разнице в ценах на биржах. Например, если биткоин стоит 10 тысяч долларов на одной бирже и 10 500 долларов на другой, то вы можете купить биткоин на первой бирже и продать его на второй, заработав на разнице в цене. Покажем на примере рабочей связки Litecoin и USDT. А спонсор этой арбитражной связки – наш телеграм-канал. В нем вы можете найти для себя полезную информацию о арбитраже, а также разные связки на свой вкус. Мы будем рады всем новым подписчикам, и как только будет круглое количество на канале, выложим новую прибыльную связку. Для прокрута данной арбитражной связки мы будем использовать две платформы, которые представлены на CoinMarketCap. Итак, переходим к связке. Переходим в торговлю и на спотовый рынок. Ищем и выбираем торговую пару Litecoin USDT. Выбираем рыночный тип ордера. Указываем количество USDT. В нашем случае для наглядности 12 тысяч долларов. И покупаем. Подтверждаем. Ордер был исполнен моментально. Переходим в раздел обзора активов. Раздел финансирования. Нажимаем вывести нужную нам монету Litecoin. Переходим на платформу, через которую и будет проводиться обмен. Если еще нет аккаунта, то регистрируемся. Если есть, входим. Прежде чем начинать, обязательно убедитесь в том, что Litecoin стоит дороже, чем на Bybit. Переходим в раздел «Обмен» и ищем нужную нам монету. Стоимость Litecoin больше, разница – это и есть наш спред. Переходим в раздел «Кошелька», выбираем Litecoin, вводим количество монет, которые купили ранее, и нажимаем «Get адрес». Копируем адрес и переходим на Bybit. Выставляем адрес. Сеть выбрана Litecoin. Вводим количество и нажимаем «Вывод». Еще раз все проверяем. Проходим проверку безопасности. Средства ушли. Переходим на платформу. Средства обычно поступают в течение от 3 до 7 минут. Можно не ждать, а просто вернуться обратно. Средства уже отображаются на вашем балансе за вычетом комиссии за депозит. Перейдем во вкладку обмена. Выбираем, что мы отдаем Litecoin, а получаем USDT. Обмен прошел успешно. Возвращаемся на главную страницу. Выбираем USDT и нажимаем «Вывод». Выбираем Tether TRC20 и вводим количество. Теперь нам нужен адрес. Для этого возвращаемся на Bybit. Выбираем USDT и нажимаем «Внести». Сеть выбираем аналогично TRC20. Копируем адрес и возвращаемся. Вставляем и отправляем. Средства ушли на Bybit. Вернемся на Bybit и перейдем в раздел истории транзакций. Обновляем. Как видите, средства успешно зачислены на наш баланс, и при этом чистая прибыль составила 1045 долларов.